Узбекистан получит выход к океану через Пакистан. Власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар. Согласно документу, проект планируется подготовить в мае, а начать строительство дороги уже в сентябре. Проект оценивается в 5 миллиардов долларов, он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 километра и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. По данным компании, новая магистраль станет транспортным коридором, связывающим Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. В этих условиях строительство железной дороги Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар позволит существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию. Таким образом, новая трансафганская железная дорога, обеспечивающая выход на пакистанские морские порты Карачи, Касим и Гвадар, свяжет южноазиатскую железнодорожную систему с центральноазиатской и евразийской железнодорожными системами, будет способствовать кардинальному повышению транзитного потенциала Центральной Азии, привлечению значительных потоков грузов, а также возродит историческую роль региона в качестве моста, связывающего Европу и Азию кратчайшим сухопутным маршрутом. Реализация проекта также создаст уникальные возможности для обеспечения мира и стабильности в Афганистане. Стимулирование поступательного экономического роста этой страны за счет создания десятков тысяч новых рабочих мест и формирования условий для освоения богатых запасов полезных ископаемых. Меди, олова, цинка, железной руды, мрамора, гранита, травертина и других, вдоль маршрута пролегания железной дороги. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал. Не забудьте поставить лайк.